дозвольте мені передати слово кандидату медичних наук з відновлення Вікторовні з доповіддю про наробки кафедри клінічної імунології та алергології секції медичної генетики Національного медуніверситету, і доповідь буде на тему неспецифічна імунотерапія при рецидивуючих герпес-вірусних інфекцій. Будь ласка, Олена Вікторовна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Хочется вам рассказать о фрагменте нашей многолетней работы, связанной с воздействием на герпесвирусные инфекции. Актуальность этого вопроса не утихает, несмотря на то, что мы им занимаемся уже более 30 лет. Постоянно мы слышим и видим в документах Всемирной организации здравоохранения указания на все большую распространенность и ожидание больших проявлений, более тяжелых, более ярких, более генерализованных. Мы начинали свою работу еще в 2003 году, руководствуясь в том числе и нашими утвержденными клиническими протоколами, которые предполагали, что у пациентов, у которых могут быть иммунодефицитные проявления в виде герпесвирусных инфекций, вызванных первым и вторым типом вирусов герпеса, возможно применение иммунотерапии, связанное с рядом препаратов, среди которых есть и индукторы интерферона. И вот мы занимались в том числе и изучением эффективности отечественного препарата из класса эрбисолов, эрбисола Ультрафарм, в контексте улучшения эффективности лечения пациентов с часто и длительно рецидивирующими герпетическими проявлениями на коже и в слизистых. Наиболее удачной, с нашей точки зрения, классификацией для препаратов индукторов синтеза интерферона является классификация Столярова, которую мы потом улучшили, дополнили. И вот вы видите, что место, которое занимает эрбисол, среди низкомолекулярных природного происхождения соединений, оно остается по-прежнему не занятым иными средствами. Характеристика самого препарата эрбисола Ультрафарм. Это небелковый, низкомолекулярный комплекс, который включает ряд химических органических соединений, исключая гормональную составляющую. Это гликопептиды, пептиды, нуклеотиды, аминокислоты. Еще до 2003 года с участием лаборатории иммунологии Института урологии и нефрологии в городе Киеве здесь проводились инвитро исследования, и поэтому нам уже тогда было известно, что вот заявленную во втором пункте активность по воздействию на выработку цитокинов, начиная от интерлейкина первого и заканчивая группой интерферона, мы это наблюдали при инвитро обработке клеток доноров и клеток больных препаратом эрбисол Ультрафарм. А в дальнейшем мы уже знали, что этот препарат способен влиять на изменение уровня определенных цитокинов, как вы видите, независимо от исходного уровня. Еще обращаю ваше внимание на то, что мы имели данные о коэффициенте активации субпопуляции лейкоцитов под влиянием препаратов класса эрбисол. В данном случае как раз эрбисол Ультрафарм занимает среднюю позицию, это такие оранжевые столбики. И заметно, что при герпесе, при инвитро обработке мы ожидали воздействия на клеточный иммунитет, в то время как внизу вы видите обратную картину воздействия на гуморальный иммунитет. Также мы учитывали, что у препаратов группы эрбисол имеется возможность вызывать временное ухудшение состояния на второй-пятый день лечения. Причем это может быть маркером будущего благополучного исхода воздействия препарата.
идет обострение хронического воспалительного процесса с литическим снижением симптоматики за пределами этого периода. Обращаем внимание, что препараты класса Арбисол не обладают кумулятивными свойствами, не установлено у них пока что наличие аллергических реакций, поскольку низкомолекулярные фракции, не обладают эмбриотоксическим, гонадотоксическим и канцерогенным эффектом. Мы привлекли к исследованию 93 взрослых больных, в среднем возраст, вы видите, от 32 до 42 лет. Эти пациенты были с кожно-слизистой формой герпес симплекс вирус индуцированной инфекции. В среднем длительность заболевания от 2 до 5 лет. Все пациенты на момент начала были в состоянии манифестации процесса. Количество рецидивов составляло больше 6 в году, чаще всего от 7 до 9 в год. При этом длительность самих эпизодов колебалась в зависимости от того, принимали ли они противогерпетическую терапию, тогда это было от 10 там, до 12 дней, либо ничего не принимали, и тогда это могло быть 2 и даже 3 недели. Еще у пациентов, и мы это расценивали как фактор проявления нарушения работы иммунной системы, присутствовали изменения в работе центральной нервной системы, то, что называлось поствирусным синдромом утомляемости, нарушения в виде слабости, переносимости нагрузок, работоспособности, памяти, других когнитивных функций, раздражительности, нарушения сна, аппетита. Пациентов разделили на две группы, 55 лиц в основной группе и 38 в группе контроля. Основная группа, как вы видите, получала помимо противовирусного ацикловира, который, естественно, никто не отменял в период обострения, еще и препарат Арбисол Ультрафарм по заявленной схеме внутримышечно по 2 мл ежедневно курсом 20 инъекций. Состояние пациентов оценивалось и по клинико-анамнестическим данным, и по лабораторно-диагностическим критериям, среди которых, естественно, мы предполагали доказательства наличия самой герпетической инфекции того вида, который мы изучали, а также речь шла об иммунологических исследованиях, среди которых были тесты первого уровня, иммунофенотипический профиль лимфоцитов и скрининговые критерии поглотительной способности при фагоцитозе у нейтрофилов, три класса иммуноглобулинов, общее количество в крови и общее количество циркулирующих иммунных комплексов. Но главным образом нас интересовали тесты углубленного иммунологического исследования, для чего мы планировали изучать широкий спектр цитокинов, не концентрацию их в сыворотке крови, а возможность их вырабатывать в спонтанном или в витоген-индуцированном режиме мононуклеарами крови, для того, чтобы условно понимать, как работает врожденный иммунитет, для чего нам нужно было изучать состояние выработки интерферона альфа и интерлейкина 12, каково состояние хелперов первого типа, интерферон гамма, фактор некроза опухолей альфа и интерлейкин 2, хелпер второго типа по уровню интерлейкина 4 и регуляторные клетки по уровню интерлейкина 10. Статистическая обработка – это параметрическим методом студента, прежде всего клинические данные и данные рутинного иммунологического исследования первого уровня. А вот для второго уровня, с учетом особенностей именно не такого большого количества наблюдений, мы использовали непараметрические методы, метод Манна-Уитни с поправкой яйца для того, чтобы хорошо сравнивать позицию в группах сравнения, то есть исследуемую группу и группу контроля, и Уилкоксона для того, чтобы оценивать правдивость изменений в состоянии больных в ходе лечения.
Вот это результаты после проведенной терапии. Мы видим, что на протяжении первых 6 месяцев после завершения терапии уже имелась принципиальная разница между положением в группе исследуемой и в группе контроля. Практически в 4 раза меньшее количество, если оценивать общее число рецидивов, наблюдалось в исследуемой группе. Более того, подавляющее количество лиц в исследуемой группе, 34 из 55, вообще не имели ни одного эпизода. В течение года количество таких людей, конечно, уменьшилось. И получилось, что и в исследуемой группе, и в контрольной в течение года у 38 лиц наблюдались случаи рецидивов. Правда, вы видите, что в контроле их было на треть больше. И вообще в контроле это охватывало всю группу. Разница все равно оставалась очень высокой, достоверной, и в этом плане клинические данные у нас были достаточно валидными. Сокращение же длительности эпизодов оказалось в исследуемой группе только лишь в среднем на 2-3 дня, в то время как в контрольной этого не наблюдалось. Я говорила, что то, что связано с исследованием цитокиновой продукции, мы исследовали и методом студента, но потом мы еще перепроверяли непараметрическими методами. Вот это то, что мы получили по студента, вроде как совершенно прозрачная картина с однозначной возможностью анализа. Это как касалось провоспалительных цитокинов, так и касалось противовоспалительного интерлейкина 4 и регуляторного 10. Но при оценке непараметрическими данными мы получили, да, действительно, в ходе лечения у пациентов меняется содержание цитокинов за счет именно изменения количества продукции. Однако, когда мы хотим отличить группу исследуемую от группы контроля, оказалось, что самыми показательными получилось совсем несколько цитокинов, не все и даже не большинство. Это интерфероны альфа и гамма и интерлейкин-2. Вот по ним, особенно по метаген-стимулированной продукции, мы получили абсолютно четкую, однозначную картину. В остальном было достаточно разнонаправленных вариантов, и они не позволили нам судить так однозначно. Мы не бросили своих пациентов спустя год наблюдения. 66 из них проявили желание, и мы их отобрали для длительного наблюдения. 28 из них вошли в исследуемую группу, а 38, в общем, контроль остался с нами. Длительность заболевания у них немножко изменилась, но, в общем, это из тех же пациентов, которые получали первый РБСУ. Что получилось в течение 3 лет? Мы видим, что уже конкретно по этим пациентам количество лиц с рецидивами за 3 года, оно постепенно сокращалось. Существенно в исследуемой группе по сравнению с контрольной. 57 и 79% соответственно. В то время как в среднем на пациента мы видим почти 2-кратную разницу. А вот длительность эпизода, она разнилась, если говорить о 3-летнем наблюдении, уже преимущественно за счет 3-го года, не очень существенно, разница на уровне 1 дня. В исследуемой группе проводилось во 2-й и 3-й год наблюдения еще 2 повторных курса эрбисола с абсолютно такой же схемой использования. И всем пациентам столько раз, сколько у них наблюдались рецидивы, обязательно назначалась этиотропная терапия ацикловиром в стандартной дозировке, постоянно одинаковой. И вот оказалось, что после 3 лет у пациентов исследуемой группы мы наблюдаем уже только клиническую картину дальше. А вот то, что коснулось
пациентов контроля, нам пришлось с этой группой расстаться, потому что они себя плохо чувствовали, и мы не могли позволить им больше пребывать в этом их состоянии, не помогая им, чтобы просто посмотреть в чистом опыте, как это будет в сравнении. Поэтому дальше у нас картина по контрольной группе только за 3 года, а вот по исследуемой и за 5, и за 8 лет. И мы видим, что несмотря на то, что иммунотропных препаратов они больше не получали, все-таки у них количество лиц с рецидивами планомерно продолжало падать, что нас очень приятно порадовало. Разница в количестве рецидивов на одно лицо по сравнению с исходными данными для этих лиц в 2 раза сокращалось количество рецидивов. Отсюда мы сделали выводы, что при орофациальной форме герпес симплекс вирусной инфекции с частыми рецидивами применение индукторов интерферонов в комплексе с основной противовирусной терапией является эффективным в течение 5, даже 8 лет после осуществления основного курса и 2-летней поддерживающей иммунотерапии. И эта комплексная терапия обеспечивает достоверное сокращение длительности рецидивов и их числа. А у пациентов с частыми рецидивами простого герпеса препарат Арбисол Ультрафарм продемонстрировал высокую эффективность, хорошую переносимость и отсутствие потребности в комбинации с другими интерфероноподобными препаратами, потому что порой мы соединяем в терапии индукторы ранние и поздние для того, чтобы перекрыть полностью то, что нужно пациенту. Теперь то, что осталось за кадром. Местная терапия, как терапия сопровождения, которую мы не рассматривали как что-то, что необходимо контролировать специальными методами. Поэтому я сейчас буду пользоваться в большей степени чужими данными, для того, чтобы показать вам, что есть определенные исследования и определенный анализ. А клинические наблюдения у нас хорошие, достойные, и наши пациенты стали приверженцами таких препаратов. Вот препарат Эпиген Интим Спрей. Сегодня есть целая линейка. Сегодня есть Эпиген Гель, и сегодня есть Виусид еще, который можно перорально применять. Тем не менее, Эпиген, который больше 20 лет уже в клинической практике, с противовирусным, а позднее выяснилось и иммуномодулирующим, и противовоспалительным, и даже регенерирующим эффектом. Глицериазиновая кислота, которая активна в отношении как ДНК и РНК содержащих вирусов, и в том числе и вирусов герпеса, и целый зостер, и вирусов папилломы, это тоже все было исследовано на отдельных сопоставимых группах. Много публикаций и за рубежом, и в нашей стране. И хотелось бы, чтобы мы не потеряли вот это представление о механизме, что из-за связи с заявленным вот этим белком и происходит ингибирование, из-за которых эпиген отвоевывает для себя ныне нишу как одно из противоопухолевых средств. То, что нас, как иммунологов, интересовало, локальная иммунокоррекция, что явилось сюрпризом, по сравнению с ожидаемым там противовирусным или антисептическим эффектом. Вот на примере генитального герпеса у женщин. В данном случае... Не отвлекайся. Значит, в данном случае определяли цитокины именно в слизи половых путей у женщин на уровне шейки матки, на уровне влагалища. И что оказалось, что по всем показателям, кроме интерлейкина 10, это интерферон гамма, это фактор некроза опухолей альфа, это интерлейкин 12, интерлейкин 2, наблюдалось
Увеличение продукции этих цитокинов при местном. Таким образом, это позволило говорить о том, что за счет применения эпигена на местном уровне можно переключать продукцию у хелперов и таким образом баланса достигать хелперов первого и второго типа. Это касается вот уровня этих ключевых цитокинов. Далее. Хотелось бы вас еще ознакомить с тем, что известно, что эпиген воздействует на матриксные металлопротеиназы и их ингибиторы. Это тоже изучалось и приводит таким образом к снижению патологического литического потенциала инфекционных агентов. Особое место здесь занимают пациенты с агрессивными видами вирусных гепатитов, в частности С. Ну и, наконец, это сопровождение криодеструкции в случае предраковых состояний у женщин. Здесь тоже оказалось, что подобное использование, оно ускоряет заживление дефектов. Спасибо за внимание. Дякую, Олена Вікторівна.